Так, ребят, погнали. В общем, здесь надо двигаться интуитивно, как говорят, что, значит, первобытный человек, если бы он начал думать, кидая копье, он бы не попал. Поэтому здесь тоже не надо думать. Копье, продолжение руки. Блин, сволочь такая. Здесь не надо думать, здесь надо просто... Пистолет, продолжение руки. Хорошо, что у пушки, у Зиро патроны не кончаются. Каждый раз тут об этом думаю. Ну, ребят, просто я настолько напряженно себя чувствую, что я даже не успеваю болтать. Вообще, в реальной жизни, мне кажется, тоже такое может быть, а? Это Америка, там все может быть. Правда ведь, нет? То есть, такими налет, значит, на Зиро. Ну, Зиро же занимается игрушками, вот ему и налет игрушками. Блин, да, невольно напрашивается аналогия. Но я эту аналогию произносить не буду. Мы здесь не про это. Да и блин, друзья. А чё Зира не стреляет? Можно сказать, почему я один отдуваюсь за всех, а? Кошмар просто. Кстати, я могу сказать, что у меня есть вертолетик такой. Ну, летающий вертолетик. Мне его подруга подарила. Давно. У меня уже все это самое. Чего не коснись, все 10 лет назад. И 20 лет назад. И даже 30 лет назад уже бывает. Да, кстати, как-то я бывал в прошлые разы получше стрелял. Мне кажется, что у меня улучшается наведение как-то. У меня какой-то был разброс вообще грандиозный, когда я только начинал, да, стрелять. А сейчас вот как-то удобнее стало. Сейчас их надо на подлете уже сострунять. Может, тут еще дело в чувствительности мыши. А может быть еще дело в том, что надо не прекращая стрелять именно что. Блин, а что это за музыка? Что, провалено что ли? Ну ладно, хорошо. Беркли. Пока у нас пальцы сгибаются, мы будем драться с тобой, да. Ну правильно, хорошо. Хорошо, опять сказано. Никогда такая малость не значит, что так много. Надо это все составить в список после этих афоризмов. Будем драться с ним на побережье, на крышах. Три штуки. Ладно, пойдем сохранимся. Так. Ну это такой... Какой-то джангл шпиль уже пошел. Фанк. И этот самый регги или что это? Так, ладно. В общем, это было красиво, но напряженно.